Нашего города удивительная история. Это любимый город Ивана Грозного. Это город с такой удивительной судьбой. Здесь, в нашем монастыре, в маленькой обители, решалась судьба России очень часто. У нас есть, можно сказать, два города. Вот этот надземный город и есть еще подземный город. Здесь, как говорят исследователи, самые длинные, самые большие пещеры. Наш город, с одной стороны, можно войти в пещеры, и с другой выйти. Это сельцовская каменоломня протяженностью где-то 18 километров, в общем, лабиринтом. То есть, если зайти, то можно отсюда и не выйти, кто не знает. Камень добывался слоями, пластами. Пласт идет, значит, его откалывали, камень. И тут же его и тесали в каменоломню, потому что он легко обрабатывается из-за влажности, что он сырой камень. Значит, добывали все при лучинах. Вот гнездо, вот тут это, вставлялась лучинка сюда. Лучина, и люди здесь и добывали белый камень при таком свете. Также и вытаскивали все на себе, и жили здесь. И обрабатывали, и добывали. Шел белый камень для строительства церквей, домов, разных построек. История показывала, что люди строили города, поселения на реках, то есть это основное транспортное сообщение, и где были строительные материалы. Вот как вы видите, в Старице есть прекрасная русская река Волга, и есть свой местный материал, чем, в общем-то, Старица славилась. Первое упоминание в летописях о Старице – это 1297 год, когда срублен был городок на Волге Казупцово на Старице. Из поколения в поколение у нас передается предание, будто давно, еще при царе Борисе Годунове, из старицких недр брали глыбы и тесали для колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. Это высшая точка древней столицы, будто свеча теплится под небесами. Наш старистый камень над Москвой, над всей Старой Русью. Нам это нравится, и мы этим гордимся. Это удивительный город с удивительной судьбой, с удивительными людьми. И это вот дух вот той... Даже, наверное, не 19 века, даже, наверное, вот той России, старой, совсем старой. Вот, может быть, пушкинской еще России, когда Пушкин сюда приезжал. Иногда вот такое вот чувствуется, что, вот, понимаете, он вот оставил вдохновение, уехал, а мы вот здесь живем. Не случайно у нас, знаете, сколько много поэтов в маленьком городе? У Надежды Веселовой, она предприниматель,
Я никогда не думала, что человек, который занимается бизнесом, и вдруг так пишет стихи. А у нее теперь несколько вышло сборников. Она у нас летобъединение возглавляет. Стихи, стих и я. Наша старица настолько поэтична вообще, здесь нельзя не писать. Я не понимаю вообще людей, которые не пишут. Потому что здесь не писать никак. Вот на самом деле, как я так ощущаю. Мы встречаемся в центре русской культуры, где Пушкин с Катенькой Велиашиной танцевал на балу, когда ехал Бернова к Вольфу. А потом, ну, красота, ну, как ее не видеть, ну, как ее не передать? Я не знаю, мне кажется, вот умела бы я рисовать, я бы рисовала. Кто был старец, наверное, увидел, что очень много церквей, очень много крестов. Вот такой стих у меня получился. Крестиком вышитый город. Как там у классика было? Шпилями воздух распорот, серый, по-мартовски стылый город. Кресты, перекрестки в прежнем знакомом пейзаже. Боже мой, домиков горстка, что тут хорошего скажут? Может быть, вскользь и навскидку вымолвит с горьким укором. Разный, резные калитки, разный, до неба заборы. Господи, глупые дети, мал золотник, тем и дорог. Мой, самый лучший на свете. Крестиком вышитый город. Старица – один из малых городов России. Здесь родился человек, который возглавил Русскую Православную Церковь, который принял на себя патриаршее служение. Это патриарх Иов. До него не было русских патриархов. Из Свято-Успенской обители он начал свой славный путь. Это событие имеет общероссийское значение. Вот и представьте значимость этого монастыря для Русской Православной Церкви, для всего русского народа. Мне эта улица очень нравится. Здесь сохранен русский дух настоящий. Здесь все сделано под природу, под эту местность. Здесь же никто не стал равнять насыпи всякие, полугоры. Ну, как оно было, так оно, в принципе, и есть. А вот этот дом мой, мой родовой дом, здесь я родился. Здесь собиралась старая интеллигенция, тоже старые бабушки собирались, которые пили чай. Брали воду не из колонки, а только с Волги. Вот я помню, за одну копейку я ходил на Волгу, здесь сколько, около километра, наверное, до Волги, для того, чтобы попить им чай. Поэтому они не признавали воду водопроводную. Все меняется, жизнь меняется, но эта улица имеет такой как будто медленный ход времени. Здесь меняется все очень мало. Может быть, поэтому мне и нравится вот эта улица, что, пройдя по ней, как-то как окунаешься вот вглубь веков. Поэтому она мне дорога. Когда босоногим здесь бегал парнишкой, когда у меня родители были живы, это самое, наверное, главное. Когда бабушка была, ну, все были, понимаете, и было какое-то умиротворение в душе. Давай, ешь. Больная лапка пристала, никак отсюда уйти не может. Лечиться теперь у меня, пока не поправится. Вот так и будем жить. Поправится, не знаю, хозяин найдется, если, то, естественно, отдадим, конечно, не будем его заточение держать. Слушай, как она умудрилась. Не могу. Бим, ну ты пойми правильно. Не могу тебя взять с собой. Давай. Я тебе что сказал? Ну, хорошая моя. Ну, иди ко мне. Ну, иди сюда. Ну, иди. Давай, осторожненько. На, ешь, давай. Давай, ешь. Ну, все. Угу. Давай, а теперь пойдем. То, что... Ну, дорогой мой, ну что ты, ну давай, оставайся здесь, кто ж меня будет дом-то охранять, а? Кто ж меня будет дом охранять, ну давай. Ну,
Улица Псаревская, все должен мне как пес жить, давай. В этом городе жить можно. Я много видел всяких поселений, но лучше Старицы, честно сказать, я не вижу. Город имеет свое лицо. Ну, мне приятно жить в этом городе. Мне комфортно жить в этом городе. Мы живем в России. Это вот наш город, это олицетворение всей нашей России. Это Елизавета Васильевна Гусева. Наша. Бабу, Елизавета Васильевна, сколько вам годиков-то? Годиков сколько вам? 90. Будет 94, а в апреле будет 95. Самая старая жительница у нас. И сколько времени вы в этом доме живете? А в этом доме я с 50-го года живу. Угу. Вот сколько. Вот. Я вас всех помню. Да. Маленьких. Да. И когда Зина была, когда вы с Зиной на Волгу ходили. Ага. Всех вспоминаю, какие были хорошие люди. Раньше пойдешь по улице, улицы все зеленые такие, угу, красивые, чистые. В тишине старого города как бы слышны голоса прошлого. У нас чувствуется связь поколений к долгой человеческой памяти. Ну-ка на место. Хороший, хороший ты, хороший. Хороший, хороший. Умница ты моя. На. Так, на. Так, а хрустит. Хрустит. Вот так, дожили до 80. Ничего не сделаешь. Я говорю, хватит на хор ходить. А он говорит, а что ты будешь делать? Вот так стоять возле коз? Как мне тебя называть? Милую, нежную, скромную, ой, как мне тебя величать? Милую, скромную, скромную, как мне тебя величать? Я назову тебя реченькой, только ты дальше теки. Я назову тебя звездочкой, только ты раньше свети. Я назову тебя звездочкой, только ты ярче свети.
Я назову тебя Зоренькой, только ты раньше вставай. Я назову тебя Солнышком, только везде успевай. Я назову тебя Солнышком, только везде успевай. Давай я порежу, ты да. Этот больно у кошкам тебя. Опять надо что-то дать. Он царит. Кузя, Кузя! Кузенька. На, Кузя, на. На, Кузя, на. На, Люся, на, Люся. На, Люся, Люся. На, Кузя, Кузя, Кузя. Ой, ты мой Кузя, давай. Я говорила тебе купить сало, смотри, все съели. Да, птицы едят, как коты наши. Все. Больше 50 лет живем. Ну, у нас отличие одно. У нас город пожилых людей. У нас живые символы ходят. Я считаю, что символом делать бабушку. Это единственный герб, где отражена бабушка-старушка. Рыбы там где-то есть, там медведи там на гербах часто бывают, волки там бывают, совы бывают, все бывают. Но бабушку где увидели еще? Я не видел нигде. Во время нашествия, ну, пускай будет польско-литовского нашествия, враги уже радовались, что они истребили всех жителей до единой. Вдруг выходит бабушка с клюкой. И после этого назвали, о, батюшки, старица, еще старица осталась. Вот такая легенда. Осталась жизнь, какая бы она ни была, жизнь, жизнь нужно возродить. Если, извини меня, Адам свою Еву из ребра сделал, то почему бабушка не могла возродить весь город? Ну почему? Тем более наши бабушки, вот наши бабушки, живущие сейчас, я думаю, на них держится вообще наша жизнь. Город-символ вообще, город-символ. В 1110 году Трифон и Никандр, два инока Киева-Печерских пещер. И как обычно бывает, основали здесь скит, вокруг скита появились люди, миряне, селяне, затем образовались села, а потом уже образовался и город вокруг Успенского монастыря. Это было исторически так, что монастырь и сам город как образование был неразрывно связан глубоко и исторически, и мистически со Свято-Успенским монастырем. А монахи трудились, молились за город, молились за Россию, а наиболее дерзновенные, но это дерзновение было подкреплено их духовным подвигом, тайным, многие из них молились и за весь мир. Назначение монастыря и жизнь монахов заключается в том, чтобы каяться, принимать покаяние и молиться за весь мир. У монастыря больше внутренняя жизнь для того, чтобы сосредоточиться на молитве, а Господь сам управит своим примером. Каждый из нас, монахов, должен привлекать людей примером своим. Но это не обязательно его привлекать к монашеству, а к Церкви Божией, к вере православной, к традициям, к истории. А это Успение Божией Матери. Она была маленькая, когда принесли ты ее первую, знаешь, а сейчас ты видишь, она уже немножко потертая, то есть ее носили на крестных ходах, молились во многих монастырях. Представляешь, сколько она обошла, конечно, да? Конечно. Всю матушку России. Ведь ради этого стоит жить, ребята. Да. По местному преданию, в старице покоилась местно чтимая святая матушка Пелагея. Так ее называли, матушка Пелагея. Но по свидетельству некоторых документов,
жителей Старицы. Якобы эти захоронения матушки Пелагеи было разорено, и ничего не осталось. Но мы все-таки решили поискать, и случилось то, что называется чудом. Когда мы делали изыскание на месте захоронения, то обнаружили, что буквально сантиметров 10-15 вандалы не достали до мощей матушки Пелагеи. Они были торжественно оттуда извлечены, затем уже по чину православному. И мощи были перенесены торжественно после подготовки в наш Свято-Успенский монастырь, где они покоятся и ныне. И по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора мы поминаем ее как преподобную, как местно чтимую святую, преподобную схимонахиню Пелагею. Символически встречая здесь мощи схимонахини Пелагеи, мы установили этот гроб на том месте, где мощи были обретены, для того, чтобы была такая историческая память для всех нас, что именно здесь производились эти работы, и именно здесь покоилась матушка Пелагея. Сегодня впервые с 1919 года прошло 85 лет. Зазвонил колокол в Свято-Успенском монастыре. В 19 году колокола были сброшены с этой колокольни. И сегодня, в день весны, день возрождения, возрождается новый звон, новая жизнь в этой обители. Это чудо Божие, это не наши человеческие мысли, не наш человеческий сценарий, а это Божие благословение на возрождение этой древней и уникальной обители. Колокола, они в чем-то похожи на людей, потому что у каждого колокола свой и совершенно уникальный вот голос, язык. А звонится, звонит только тогда, когда колокол этот не один. И вот в этом смысле колоколу нашему, с одной стороны, как бы не повезло. Его делали для того, чтобы он разговаривал с людьми. А он тоже, наверное, больше 80 лет лежал в земле. Он с нами не говорил. С другой стороны, ему повезло, потому что 85 лет назад собратья были сброшены и уже говорить не могут. А вот он сейчас напоминает мне вот первых птиц, которые прилетают. Сначала прилетает самые смелые птицы, а затем летит вся уже большая стая. И вот в этом смысле наш колокол тоже как это первые птицы, потому что он первый. Скоро здесь будет большая звонница, и я надеюсь, эти вот звуки над древним, очень важным в российской истории городом, Старицей, разольются этой звонницы. А этот колокол, все, что он не успел договорить за те долгие годы, когда он должен был говорить, я надеюсь, он тоже нам скажет и будет много-много еще десятилетий радовать нас. Во славу Божию! Сегодня время, когда происходят изменения, очень серьезные в нашей обители. Я имею в виду строительство, возрождение этого монастыря. Будем надеяться, что он наполнится теми людьми, которые жаждут покаяния и соединения с нашей историей, уникальной историей нашей обители. Сколько для этого потребуется времени, Бог весть, никто не знает. Если мы вам предложим сделать операцию такую дырочками. Проколами, дырочками. Да я не понимаю, не понимаю. Ну, не будем резать, а вот сделаем такую хорошую операцию. Не будешь возражать? Я человек послевоенный, поэтому застал церковь в разрушенном состоянии. Мне вот сейчас очень нравится
то, что люди повернулись к церкви. Что они повернулись к церкви, и что они начали восстанавливать эту церковь. Они восстанавливают не церковь, не стены тоже. Они восстанавливают веру свою. Это самое главное. Человек должен во что-то верить. И слава Богу, что они верят во Всевышнего. Слава Богу. Это реанимация души. Люди, если как-то раньше жили и не верили в это, ну, монастырь есть монастырь, и вдруг неожиданно он врос не только в наш город, он врос в душу. Поэтому люди, вот даже кто неверующие, там, они и то стали верить, что есть Всевышний, который может что-то сделать. Ну, естественно, конечно, люди. Главное – это люди, конечно. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Новый этап возрождения Старицко-Успенского монастыря начинается с 1997 года, когда указом Алексия II, патриарха Всероссийского, монастырь вновь был возвращен в лоно церкви. И настоятелем Свято-Успенского монастыря был назначен игумен Гермоген. Это вот третье восстановление монастыря в истории нашей. Вопрос стоял на протяжении 5 лет, наверное. А как его вновь восстанавливать? Ведь он порушен-то, по сути, этот монастырь нашими же дедами, которые здесь еще сегодня живы, в городе. А кто еще должен восстанавливать этот монастырь? Он такой болезненный вопрос. Толчок произошел в 2002 году, когда были вновь обретены мощи местно чтимой матушки Пелагии. Все в этом мире под промыслом Божиим, и явление этих мощей будет способствовать не внешнему проявлению возрождения православия в России, а именно внутреннему духовному возрождению. И, может быть, те люди, которые будут прикладываться к этим мощам, осознают и свое место в этой жизни. Никому, ни батюшке, никому. Его нет. Он числится только в комитете. И числится как памятник истории. На место, где археология сделана, все-таки там что-то будет, еще какие-то площади или нет. Завтра потому они... что если брать, то вот тут все брать. Ну, завтра они на совете Министерства культуры. То есть это после совета, да? Конечно. Если генплан утверждают, и если на генплане оно сейчас, место это нарисовано. Да, да. Наши дни лукавы очень, они меняются чередой, время летит очень быстро. И иногда требуется остановиться сердцем, чтобы понять происходящее вокруг. А явления святых и помогают остановиться, оглянуться, задуматься и обратиться к Богу. Здесь зона тишины, по сути, потому что здесь покоятся наши предки. Чтобы человек шел, и он уже думал, он уже знает, куда идет, и он себя подготавливает, вот она зона тишины. Ребенок, когда приходит впервые в церковь, да, и когда ему показывают, что это можно, а что это нельзя, или там, как себя вести и так далее, он это сходу не может схватить еще, понять, потому что это можно дать через определенное время те же занятия. Почему были церковно-приходские школы? Уроки православной культуры. И они важны сегодня, кстати. И это наш образ жизни был в то время. Я им говорю, вы старичане, и ваши предки ходили, молились. Это их неотъемлемая была жизнь. Все происходило через нашу духовную православную культуру. Город Старицы и Старицкий Успенский монастырь – это, на мой взгляд, знаковое событие. Он существует, возрождается, и важно, что уже и сами старичане начинает понимать, наконец-то, что монастырь играл в свое время исключительную роль в духовной жизни. И сегодня без духовной жизни монастыря уже наша интеллигенция не представляет жизнь в городе Старице.
потому что все события крупные, они происходят вокруг монастыря. Как только закипела жизнь, она действительно закипела, мы видим, что сегодня в Старицком Успенском монастыре стали появляться люди, появляться меценаты, и мы видим старицу, она сегодня преображается. И дай Бог, что именно благодаря всему этому, что происходит, мы будем и жить лучше, мы будем и понимать лучше друг друга, и любить, и богаче будем духовно. Потому что старица есть исток. Это наша история. И именно прикоснувшись к истории, мы только тогда можем понять, откуда мы, куда идем и как нам дальше идти. Сегодня к этому аккорду российских колоколов присоединилась еще одна звонница. Звонница Свято-Успенского Старицкого монастыря. Вес нашей колокольни и звонницы почти 5 тонн, 12 колоколов. Самый большой из них 2,5 тонны. И этими 12 колоколами управляет сейчас всего один звонарь. На Руси ведь как велось? Уходили люди в укромные места, в пустынные, для молитвы, для спасения души храмы строили. Вокруг собирались люди, миряне, крестьяне, ремесленники, много люду всякого. И образовывался город, так было и со старицей, все вокруг Свято-Успенского монастыря. Так и жили под звон колокольный, на молитву монастырскую. Приемная Журавлева. Город Старица сохранился. Сохранились его храмы. Сохранились исторические здания. Наверное, это чудо. Наверное, это произошло из-за того, что земля намоленная. Действительно, люди, которые здесь живут, они молились, наверное, не только о собственных душах и о собственной жизни, о своих потомках. Они молились прежде всего о своей земле. И, наверное, результатом этих молитв и стало сохранение нашей земли, можно сказать, даже в первозданном виде. Конечно, с какими-то элементами современности, но тем не менее мы на сегодняшний день можем посмотреть на объекты 16 века. То есть фактически живем уже в 21-м, то есть 5 веков прошагали и можем соприкоснуться с историей. Это, наверное, очень удивительно. Наш город был облюбован царем Иваном Грозным. И здесь фактически была его резиденция. Наш Свято-Успенский монастырь – это жемчужина всей Тверской области. Отсюда вышел первый патриарх Руси Иов. И здесь он закончил свои жизненные дни. Здесь невозможно не работать, потому что тебя знают люди, тебя люди знают с детства. Ты вырос в этом городе, а ты вырос с этими людьми. Люди нашего города, они очень добрые люди. Мы вот такой небольшой
красивый городок, расположенный на Волге. К доброте мне хотелось бы еще прибавить, наверное, широту души. А широта души все-таки идет именно от реки. То есть Волга – великая река, и, естественно, она придает определенную гордость в том, что мы называем себя такими волжанами, потому что мы все родились и растем, живем на берегах великой русской реки Волга, которую знают все во всем мире. А тем более быть в ее верховье, там, где она начинает свое течение, это, естественно, приятно. Когда рассматриваешь старые фотографии, диву даешься. На них удивительные лица, открытые, добрые, и дворяне, и купцы, и военные, учащиеся. И мне лично ясно, что их объединяло 100 лет назад. Великие радости, великие скорби хранит память этого маленького волжского городка. И сегодня в Старице, как, впрочем, и во многих местах России, мы наблюдаем ослабленное чувство народа к своим корням, к своей вере, и думаю, это беда. И не только по количеству прихожан в храмах, силы не заставишь, и мы это понимаем. Понимают это и те, кто хочет изменить Россию. А то, что обрушилось на молодежь, и алкоголизм, и наркотики, секты, это не поддается никакому исчислению. Но глубоко убежден, верю, что народ этот ни силой, ни хитростью победить нельзя. Если бы это было возможно, тогда все, что мы делаем в Свято-Успенском монастыре, теряет смысл. И само восстановление тоже теряет смысл. Надеюсь и верю, что русские люди вернутся к своим корням, к вере своих предков. А мы в обители всего лишь трудники. И все, что делаем, делаем не для себя. Даже не для тех монахов, которые будут жить в монастыре, а для людей российских, в том числе и старичан. Невозможно себе представить Старицу без Свято-Успенского монастыря. И в России немного городов, которые сохранили бы свой облик в безбожный 20 век. Сколько переломанных судеб, сколько натерпелись люди, сколько вытерпели наши старики. До войны мы жили бедновато, но не голодные, обутые были, одетые, вот. Насколько 5 человек было в семье. Вот. Из них девочка померла, 2 близнеца, 1 помер, 2-й остался. Война все наши устои нарушила. Вот. Страшная вещь, конечно. 2 моста через Волгу рядом с нами. Вот мы, значит, с отцом чай пили, так? Так вот этот стакан подпрыгнул и перевернулся. Вот бомба рядом упала, буквально. Вот Волга-то рядом тут у нас. Немцы, они вели безобразно себя, злые такие. 12 октября они взяли Старицу. Целый день бомбили, к вечеру они уже взяли ее. А 1 января освободили наши части. В феврале меня уже в армию взяли. Вот я под Ржевом тут участвовал в боях. Руку ранили. Скажи, что было под Ржевом? Под Ржевом страшная вещь. Мы кончили 9 класс, перешли в 10. И от двух групп осталось 4 человека. Все погибли под Ржевом. Мне тогда 18, наверное, лет было. Не буду говорить про войну. Страшная вещь, конечно. Что там говорить? Я вот раненый был. И попал, значит, в госпиталь.
И вот я попал в Ярославское минометно-пулеметное училище. 6 месяцев проучились, должны были присвоивать звание. И как раз вот Орловка, Курская дуга. Формировали часть, нас бросили, вот Орловка, Курская дуга. Мы наступали, вот. Ну что у нас, по гранате, автомат. Вот. И нас бросили против танков. Не копаться, ничего мы не успели. В общем, они нас били как хотели, так, немцы. От нашей части пшик остался. Потом собрали нас остатки все. И оборону мы заняли полностью. Вот тут мы уже повоевали как следует. 4 атаки мы отбили. Вот дуга такая. С этой стороны пушка 76-миллиметровая стоит, с этой стоит пушка 76-миллиметровая. Вот. И вот они никак нас не могли взять. Вот. А потом тихо-тихо танки стоят, и у нас кругом тишина стала. Я ребят посылаю, говорю, идите-ка, голубчики, за патронами. Они пошли и быстро вернулись. Да, говорит, сзади уже там окопы вырыты, сзади. В окопах немцы в эти. И мы, значит, тут плен, короче говоря, попали. Нас человек 30 попало. Вот сколько я в плену был? 8 месяцев. 8 месяцев. Ну, зато за эти 8 месяцев я 8 лет получил. 2 года сидел в лагере, 2 года, и 6 лет спецпереселения, так. Мы в шахтах работали почти 10 лет, отмаячили. Вот. Это уж когда реабилитировали нас. Вот такая жизнь наша. Признали его участником войны только 2 года назад. 9 апреля всероссийский прокурор прислал, что он участник войны. И его наградили, это первого, Калининской области наградили значком. Вот так бывает. Вот 2 года уже участник войны. А все время никто не признавал. Вот так. Не лишним будет напомнить, с каких имен началась обитель. Преподобный иноки Трифон и Никандр воздвигли храм Успения Пресвятой Богородицы. Когда-то земля Старицкая принадлежала Суздальскому княжеству. И на освящении храма Пресвятой Богородицы присутствовал сам благоверный князь Андрей Боголюбский. Много раз жизнь обители прерывалась. Когда-то татаро-монгольское нашествие практически уничтожила обитель, и в 1292 году был убит игумен Серапион, и с ним 124 инока. Их бросили в Волгу, но Волга не приняла их, как повествует нам летопись, а прибили воды иноков к берегу, и они были захоронены на территории монастыря. В начале 16 века князь Андрей Иванович Старицкий вновь возродил древний монастырь. И в 1530 году был построен главный храм монастыря – Успенский собор. С него началось создание нового ансамбля Свято-Успенской обители. В начале 20 века опять монастырь претерпел нашествие и закрывали его дважды, и в 1919 году, и в 1927 году. Но он опять выжил и вновь возрождается. Я бы вот сравнил душу человеческую, ну, это из предания отцов наших, с сосудом все-таки. Вот каждый человек представляет себе определенный сосуд для хранения того или иного. И в то же время все мы являемся членами церкви, как мистического тела Господа нашего Иисуса Христа.
Мы его члены, душа сосуд. Наполняет этот сосуд Господь на свое усмотрение. И Божьим промыслом избирается человек для определенного служения в церкви, для совершения таинств церковных. Это в руках Божьих. Потому что мы диву даемся, бывает, вот довольно известные люди вдруг становятся священниками. Можно ответить просто, ну, какие-то личные обстоятельства, может быть, личные трагедии, как любят светские люди рассуждать. Чего там, почему ушел в монахи? Потому что, ну, вот какая-то беда. Да не совсем это так. Сосуд-то он же с галактику размером-то в душе. Там Бог правит. И как он своим путем каждого человека ведет, неведомо, неисповедимы эти пути. Так и неисповедимы те пути, которые приводят к престолу Божию, служителей Его. Потому что по внутреннему ощущению и содержанию священник он такой же человек, как и все. Но Бог ему дает право присуществлять хлеб и вино в тело и кровь. Вот просто задуматься о значении этого действия и становится немножечко не по себе. Может ли это каждый делать? И почему не каждый? А если священник скажет, я могу и имею право, он уже может в этот момент перестать быть священником. Как говорится, никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми. Приходите или приближитесь к тебе, царю славы. Говорится в молитве на херувимской песне при божественной литургии. Нет ни одного достойного человека, кто мог бы стоять у престола Бога, у престола Творца. Однако Господь через Сына Своего снисходит к нам, избирает людей и ставит. А сосуды разные. Кто-то богослов, кто-то строитель, кто-то проповедник, кто-то учитель, кто-то пророк, кто-то старец Божий. А что там в душе происходит? Как он общается с Богом? И связь с вечностью. Ни с историей, ни с государством, ни с городом определенным, а осуществляется связь с вечностью через Иерея Божия. И если человек, приходящий в храм, хоть немножечко это понимает, он очень быстро набирает силу, как православный человек, потому что Господь ему дает дары, несравнимые с тем, что он может получить здесь, на земле, своими собственными силами, своим собственным разумением, которое превосходит все силы человеческие. Сегодня благовествуют о том, что в Свято-Успенском монастыре совершается служба уже три звонницы, 28 колоколов. Мы живем, годы летят. Как хорошо было бы, если бы мы приобретали праведность. Но она все время идет параллельно с желанием быть ближе к Богу, желанием быть чище, лучше. Но все время идет этот в параллели с грехами, падениями, с привычками дурными, с пороками определенными. Как же это выправить? Вот для этого существует покаяние. Вот эта тема покаяния, она и важна, она самая важная сегодня. На всех уровнях поймем мы, возродимся. Личного покаяния сегодня недостаточно. Личное покаяние – это личное дело каждого православного христианина. Это его долг и обязанность. Это не желание «хочу каюсь, хочу не каюсь», ничего подобного. Если мы объединены единую верою и единым уставом, значит, мы обязаны это делать. И трудно иногда, и не хочется, и стыдно, и больно, да и времени нет. Надо это делать, чтобы душу свою содержать в должном порядке. Душа-то болит, она иногда о деле важном для всех. Это и хорошо.
когда она жертвенно болит, а когда она болит от грехов, то тогда и дело стоит, и никаких успехов не будет. Когда правильно происходит внутри не только отдельной души, но и в душе народа, тогда появляются Пушкины. Когда все правильно, появляется первый российский патриарх Иов. Когда в душе народа все правильно, появляется святитель Герман Казанский, преподобный Дионисий Радонежский, который был здесь тоже наместником, а впоследствии возглавил духовно-освободительное движение имени Пожарского. Возникает преподобный Сергий, возникает преподобный Серафим.